Здравствуйте, друзья. Где-то в прошлом году я задумался о том, что хочу иметь налобный фонарь. Стал я смотреть, что сейчас есть на рынке, и как-то так хотелось что-то более-менее такое, наверное, фирменное. Ну и, в общем, жаба меня задавила покупать налобный фонарь. И нашел для себя вот такой вот выход. Вот такая вот штуковина от компании Nightcore. Такой вот сделанный в виде обруча, то есть охватывает голову, третья шлейка сверху, не дает сползать на уши, да? Только сдвинь корону на бок, чтобы не видно на ушах. У Nightcore две есть модификации. Вот это вот HB02, она отличается от другой, во-первых, тем, что здесь вот есть вот такой вот эти две полоски силикона. Эти полоски силикона не дают всей вот этой системе скользить у вас по голове. Это очень удобно. Сзади есть светоотражающая полоска, которая, по идее, должна отражать свет, что, как говорят производители, повышает вашу безопасность. Если вы идете в темноте, вас будет видно. Регулируется это все. Раз, два, три. Вот. Такой системой, то есть делается это все больше-меньше. Практически ничего не весит, то есть ограничения по весу вы уже устанавливаете сами, в зависимости от того, какой фонарь вы оденете. Конечно, что-то вот такое вот большое, как конвой, не оденется, а какой-нибудь обычный Феникс одевается очень даже неплохо. Давайте посмотрим. То есть вот это весит 48 грамм. Ну, с фонариком это будет весить 178 грамм. Система крепления фонарика сделана следующим образом. Вот одно кольцо, вот второе кольцо. То есть мы можем фонарь продеть только в одно. И тогда он будет светить вот так. Либо мы можем одеть два. То есть тогда угол обзора фонаря поменяется. И также здесь представлено еще, видите, по одному креплению с каждой стороны, слева и справа. То есть можно сверху, можно слева, можно справа. Ну а можно, сейчас попробуем делать это все и слева, и справа. То есть вот эти вот дешевенькие фонарики, все знают, они вполне сюда помещаются. То есть, ну, давайте оденем один, давайте оденем второй. То есть в принципе можно получить такую систему из трех фонарей. Ну, не знаю, насколько это надо, потому что весить это устройство уже будет, соответственно, 332 грамма. Но если вдруг понадобится, почему бы и нет. То есть все держится достаточно уверенно. То есть ничего не выскользнет, потому что резинки в меру тугие. Подобавок ко всему, если уж совсем паранойя разыграется, это все можно еще дополнительно. Что у нас здесь есть? Причем достаточно. В данном случае не тугие, можно запросто это все еще закрепить. И вот таким образом. То есть все закрепили. Я говорю, вот я сейчас просто три фонаря закрепил, чтобы показать возможности крепления. Можно один, можно слева, можно справа. Как кому надо. То есть что вы хотите из этого, с этого получить, то вы и получите. Ну а теперь посмотрим, как это все работает, так сказать, непосредственно на голове. Вот так это смотрится. На голове, то есть вот он надет на две, и типа поэтому он светит вдаль. То есть если его снять, он будет светить вблизь. Я, наверное, свет выключать не буду, просто сейчас попробуем вот так это все включить, чтобы вы видели, о, как это выглядит. Если вот это вот снять,
то видите, он опускается вниз, начинает светить под ноги конкретно. То есть можно ставить вот так, можно наоборот с одним, можно, видите, вот он уходит в камеру, в бок. То есть, в принципе, такой хороший вариант. То есть надо раз, не снимая с головы, на вторую вот эту петельку зацепили, ну чуть зацепил, то есть и он поднялся вверх. То есть, естественно, я могу его на голове туда еще вверх протолкнуть, чтобы он светил вообще что-то не параллельно земле. Если это надо, не надо, опустили, и он светит под ноги. Надо, включили все вот это. Ну давайте на секунду вырубим свет, посмотрим, что за такой робот-трансформер получился. То есть вот так это выглядит в темноте. Причем, видите, поворачиваю голову, подсвечу вот этот фонарь. Поворачиваю голову сюда, подсвечу вот этот фонарь. Поднимаю вверх, светит вот этот. То есть, в принципе, если я его туда дальше продерну, будет светить. Ну, одной рукой неудобно, но поверьте мне. То есть его можно поднять достаточно высоко. То есть вот так, чтобы он светил. То есть вот такая вот штуковина за небольшие деньги, которая в отличие от готового, ну, обычного уже фонаря, разрешает вам делать не то, что вы считаете нужным. Хотите один, хотите два, хотите три. В любой последовательности включать, регулировать, куда светить, выше, ниже, левее, правее. Как бы с одним стандартным фонарем такую свободу действия получить, мне кажется, будет нереально. Ну, я не особый специалист по фонарям налобным, может быть, меня и коллеги поправят, но смысл, я думаю, вы поняли. В общем, одной рукой, правда, неудобно зацеплять вот этот второй крепеж, ну, хотя не его зацепил. То есть, видите, вот можно его подрегулировать, куда вам надо. Так что за небольшие деньги можно получить, в принципе, вот такой универсальный налобный фонарь. Ну, естественно, при наличии хоть каких-либо фонарей у вас уже в хозяйстве. Так что смотрите, думайте, если кому-то понравится. Есть везде и на Али, и на eBay. Всем спасибо за внимание. До свидания.